Как получить капустные семена? Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы актуальные. Зимой популярные статьи. Поиск по сайту. Найти, как получить семена капусты в домашних условиях. Белокочанная капуста принадлежит к семейству крестоцветных, имеет период вегетации 2 года и размножается семенами. Получить посевной материал можно из стручков, сформированных на втором году жизни растения на побегах с цветоносами. Самостоятельная заготовка семян позволяет огородникам вырастить капусту высокого качества. Откуда берутся семена капусты? С биологической точки зрения, капуста внешне представляет собой разросшуюся верхушечную почку, в которой заложены питательные компоненты. На второй год жизни на ее месте формируется побег с цветоносами, который может достигать в длину 1,5 метра и более. Результатом цветения, происходящего в течение 2-4 недель, становится образование плодов капусты, стручков длиной 8-10 см с 20-26 коричневыми семенами. Зерна не получить, если изначально высаживался гибрид. Добиться всхожести в этом случае невозможно. Как образуются семена белокочанной капусты? Семена для посадки капусты образуются из маточных растений, которые огородники отбирают осенью или в конце лета. Их хранят зимой, а весной снова помещают в грунт, где они дают побеги с цветоносами. После этого маточники называют семенниками. Для образования семян лучше использовать поздние и среднепоздние сорта капусты, которые хорошо переносят зимовку. Опытные огородники заранее определяют и подготавливают растения, которые выращиваются на маточнике, ранние сорта на семена. Засевают позже традиционных сроков, в мае или начале июня с переносом в открытую почву в июле. Позднеспелые и среднепоздние разновидности, наоборот, высаживают рано, чтобы они смогли дозреть до осенних заморозков. При выращивании вносят небольшой объем азотных удобрений, что поможет лучше перенести зиму. Из выращенных плодов выбирают лучшие, здоровые, без повреждений и поражений микроорганизмами. Культуру достают из земли с корнями и чистым лезвием убирают розеточные листья, оставляя 2-3 плотно примыкающих к кочану. Провести процедуру нужно до первых морозов. Залогом получения хорошего семенного материала выступает правильный отбор маточников с определенными характеристиками. Предпочтение отдают плодам, низкорослым с тонкой кочерыгой, крупной головкой, малым количеством наружных листьев, короткими черешками. Максимально сохранившим признаки сорта, здоровым, без повреждений и поражения патогенной флорой, плоским, если для получения семян используются плоскоокруглые сорта. Для кустов, которые применяются в качестве маточников для образования семян, выделяют отдельный участок. Сажают семена сразу в открытый грунт, чтобы корневая система укрепилась и адаптировалась к длительному хранению. Как их собрать? Семенники убирают по мере дозревания, когда стручки приобретают желтоватый окрас, а семена в них становятся коричневатыми. Цветоносы обламывают, соединяют в небольшие пучки и вывешивают корнем вверх в теплом и сухом помещении до полного дозревания. Они не должны соприкасаться, поэтому при большом количестве маточников желательно распределить их на деревянных решетчатых стеллажах, обеспечив поступление воздуха. Когда стручки полностью обсохнут, их отделяют от стеблей. Семена аккуратно извлекают. Зерна капусты отличаются нежностью, их обмолачивают деликатно и провеивают, убирая шелуху и мусор. Один семенник дает 25-150 грамм посевного материала. С одного урожая можно подготовить зерен на 3-4 года. Как правильно хранить, чтобы посевной материал дал хороший урожай? Важно правильно хранить не только уже полученные семена, но и маточники. Оптимальная температура в помещении – 0+1 градус Цельсия, влажность – 80-85%, чтобы предупредить развитие серой гнили. При увеличении температуры до +6-+8 градусов Цельсия обменные процессы в маточнике не приостанавливаются, процесс формирования генеративных органов не происходит. То есть культура в открытом грунте вместо стрелки даст много зеленой листвы, что не подходит для получения семян. Повышают температуру только за месяц до планируемой посадки, до +5 градусов Цельсия. При хранении маточников важно соблюдать рекомендации: корень обмакнуть в жидкую глиняную смесь и дать обсохнуть, кочерыгу и листья обсыпать толченым мелом от гнили, держать маточники отдельно от овощей, предназначенных для употребления в пищу. Капусте обеспечить полный покой, не перекладывать и не очищать.
После получения семян их осматривают, поврежденные убирают. Посевной материал раскладывают в мешки из бумаги или ткани. Срок годности зерен составляет 3-4 года. Как самостоятельно вырастить семена капусты? Для получения семян лучше подходят среднеспелые и позднеспелые сорта капусты. Алгоритм – выбрать подходящие кочаны маточники. Обеспечить оптимальные условия их хранения после извлечения из почвы. Подготовить перезимовавшие овощи к посадке. Высадить кочерышки в грунт. Обеспечить семеннику уход. Вовремя собрать созревшие стручки. Аккуратно извлечь посевной материал. Посадка-перенос кочерык в грунт производят в конце апреля, начале мая в зависимости от региона. За месяц до этого каждый маточник внимательно осматривают, удаляют подгнившие корни, листья. Кочан, если овощ оставлен в такой форме, обрезают до формирования суженного кверху конуса с диаметром основания до 20 см. За 15-20 суток до посадки кочерыги распределяют штабелями на открытом воздухе корнем внутрь. Каждый слой обильно засыпают перегноем и поливают навозом, разбавленным водой. Это обеспечит активное развитие кочерык, но нужно следить за уровнем температуры, чтобы корни не замерзли. Удобряют участок с осени, применяя навоз 6 кг на 1 квадратный метр. Весной растения подкармливают калийными 10 г м в квадрате и фосфорными удобрениями 20 г м в квадрате, участок перекапывают. Посадку проводят по следующему алгоритму: выкопать лунки на расстоянии 50 см в ряду. Ширина междурядей 70 см, в каждую ямку засыпать 300 г перегноя, 20-25 г фосфатов. Перемешать с землей. В отдельной посуде приготовить раствор из глины и жидкого коровяка. В состав обмакнуть корень каждой кочерыги перед высадкой. Растение поместить в углубление под легким наклоном, подсыпать земли и уплотнить в районе корней. Сажать чуть глубже, чем было укоренение в первый год. Лунку полить и взрыхлить землю. Если рядом, например, у соседей, растет капуста, высок риск перекрестного опыления. Тогда на каждый маточный кочан надевают кусок марли, зафиксировав у основания кочерыжки. Однако такой алгоритм выращивания маточника эффективен только для позднеспелых и среднепоздних сортов. Для получения семян из ранних разновидностей действуют по-другому: из отобранных головок вырезать кочерыжку, при этом убрать даже кроющую листву. Разложить плоды в погребе для хранения. Осенью в горшки насыпать удобренный грунт, поместить кочерыжки. Регулярно поливать теплой водой плюс 20, плюс 22 градуса Цельсия, рыхлить почву. Хранить в подвале с маточниками поздних сортов при тех же условиях. С наступлением сроков высадки, апрель-май, культуру переносят на грядку вместе с комом земли. Такой алгоритм посадки укрепляет корневую систему маточников ранних сортов. Это благотворно отражается на адаптации культуры и устойчивости к болезням после высадки. Способ особенно подходит для северных регионов средней полосы России с длинной зимой. Уход после посадки за семенниками требуется особый уход. Если в первую неделю есть риск заморозков, грядки укрывают слоем соломы, что сбережет тепло. За этот период саженцы адаптируются и утеплитель можно будет убрать. Поливают посадки регулярно по мере высыхания почвы у основания кочерыги. Кратность определяется региональными климатическими условиями примерно один раз в 7-10 дней. При жаркой погоде увлажнение проводят чаще. Поливают культуру вечером отстоянной водой, прогретой на солнце. Грунт периодически рыхлят. Через 2 недели после посадки капусту впервые удобряют раствором коровяка, расход 3 литра на куст. Вторую подкормку вносят непосредственно перед цветением растения. Подойдут азотные удобрения, нитрофоска, расход 25 грамм на 1 квадратный метр. Мероприятия по уходу за культурой также включают удаление застарелой листвы. Листья, с которыми растение перенесло зиму, удаляют через 2 недели после переноса в землю. Если не провести процедуру, растение загниет. Подвязку кустов. Когда появляется стрелка, ее сразу привязывают к колышку, укрепленному на земле. Это предупредит облом стеблей. Удаление лишних частей куста. Чрезмерно крупные побеги убирают. Лишние стебли также удаляют, оставив только крепкие и здоровые. Цветение капусты продолжается 25-30 суток. Далее на культуре формируются стручки с семенами, которые дозревают еще 50 дней.
Заключение: самостоятельно вырастить семена капусты несложно, если придерживаться приведенных рекомендаций. Главное – отобрать подходящие маточные растения, обеспечить им правильные условия зимовки, соблюдать правила посадки и ухода. Заготовка посевного материала позволит избежать покупки некачественных семян, селекционировать уже проверенные сорта и в результате получить хороший урожай. Как получить семена белокочанной капусты из кочана? Watch this video on YouTube.